Желтый лист плывет, на берегу стрекочет цикада. Прекрасна луна, великий мастер пьет, рядом смотрят ученики. Конец всем пришел. Приветствую вас, разящие клювом альбатросы. С вами Федорович. Здесь я хотел сказать что-то ужасное, но у меня просто не хватило слов, чтобы это описать. Поэтому просто смотрите бой реального бойца стиля «Пьяный мастер». Нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. А нет ничего более страшного в бою, чем бутылка водки, смешанная с баклажкой пива, по часовой стрелке 12 раз и выпитая одним залпом. Как видите, мастер с пивным пузом и лысиной от сварливой жены все равно может ушатать любого, при том, что бой был утром. А если бы дело было вечерком, когда мастер потренировался бы в полную силу, он бы вообще убил этого щегла. К познанию нет короткой дороги, поэтому все мастера становятся великими где-то к 50 годам. Именно к этому возрасту концентрация алкоголя в крови достигает своего эпогея, а ум в мозгу достигает своего пика. Солнце светит одинаково и для жучка, и для слона, но вырастают все разными. Так и в жизни. Самогон могут гнать все, но получается он у всех разный. Я всегда говорил, что наши старорусские мастера на голову лучше всяких там китайских сенсеев. Ведь наша сивуха, сделанная из тормозной жидкости, дает в разы больше силы и осознания бренного мира, чем их жалкое саке и рисовое вино. Поэтому наш мастер в кирзовых сапогах, штанах тракториста и камуфляжной футболке после посиделок в местном клубе, который же является баром и домом культуры одновременно, покажет такую технику боя, от которой умрут десятки, а не только один. Кто пьет, тот не знает о вреде вина, а кто не пьет, о его пользе. Также можно и сказать о грибочках. Но не тех, о которых вы подумали, а о шапочках. Аппетит приходит во время еды. Но было бы лучше, если бы наоборот. Поэтому я, в преддверии лета и пляжного сезона, сразу даю вам супертехнику, которая поможет вам уничтожать всех алкашей на пляже, которые постоянно ищут приключений. Но хочу вам сразу сказать, что весь секрет этой техники в шапочке-грибочке, которая делает из хозяина повелителя грибов и открывает ему безграничное сознание, соединяющие с силой чи. Крупная рыба в болоте не водится, а я мелких мастеров не показываю. Поэтому каждую технику вы должны пропустить через себя, применив ее на практике. Особенно эту. Thank you.
Если вам показалось, что мужик сидит в психушке и лупит башкой об стену, чтобы его выпустили, очень зря. На самом деле это лучший прораб района дядя Гриша, который показывает мастер-класс новым работникам, как без инструмента делать демонтаж стены. А вы вместо того, чтобы смеяться, лучше бы потренировались, глядишь и новую профессию освоите. Купец купцу враг, а ниндзя-ниндзя – учитель. Если вы один дома, быстро срывайте шторы с окна, пока жена не вернулась. Окутайтесь в них. Все, теперь вы можете называть себя ниндзей. А, нет, еще нужно взять швабру, как катану. Во, теперь отлично. Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, а когда поступаем правильно, берут налоги. Только ниндзя может безнаказанно убивать всех, кого пожелает, никому ничего не давая. Я также припоминаю свои тренировки в школе ниндзюцу. Было это за гаражами. Нас, банда лучших ниндзя района, сбежавших со школы, в руках острые, как лезвие катаны, ветки березы, и мы несли свое возмездие отвратительной крапиве, решившей поработить весь мир. Это было непросто, но мы выжили. И каждый из нас теперь может рассказать своим детям о том, как был ниндзей и спас этот мир. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и пишите в комментах, какую же все-таки технику будете изучать. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойствие. Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа! Хопа! Опа! Вот так! Два! Да! Квадрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Вот эту вырываю ключицу, эту ключицу вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий сель! Один! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь! Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успеваете, это убит.